Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что не оскорблял певицу Ольгу Бузову, с которой у него произошла перепалка в прямом эфире Матч ТВ. В ходе эфира Губерниев спросил у Бузовой, пьет ли она коньяк по утрам. Известная певица не смогла сдержать эмоции, заплакала и назвала комментатора дном, хамом и писакой. Пересмотрел эфир с Бузовой, отработал блестяще. Оскорблений никаких с моей стороны не было. Напротив, спрашивал о футболе и театре. А вот Ольга немного разошлась. Но, как написала привидение Фрекенбок, ну и плюшки. Деньги дерешь, а корицу жалеешь. Берегись, написал Губерниев в своем телеграм-канале. Напомню, что после того, как певица эмоционально поддержала российский футбол, Дмитрий Губерниев, иронично назвав ее звездой МХАТа, спросил, какой футбол Бузовой нравится больше? Черчесов или тот, что практиковала советская сборная, в которую он включил деятелей культуры? Бузова не ответила, и тогда Губерниев сделал отсылку Карлсону. Знаете, что я вас сейчас прошу? Вы перестали пить коньяк по утрам или нет? После этого Ольга расплакалась и назвала комментатора дном.